Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Итак, каким-то чудом Мария жива. Но что самое странное, это то, что она знает воспоминания Мэри. Она рассказала мне, что я забыл видеокассету в отеле Lakeview, когда мы отдыхали там с Мэри. Если присмотреться, то это больничная кровать, рядом стоит капельница, и сзади Марии как бы такой виден блок. Это, по-моему, специальный блок для вызова медперсонала. Мы не можем к ней пока попасть. Здесь решетка. Нам нужно ее как-то обойти. И давайте попробуем это сделать. Что-то произошло со светом. Вандалы сломали щиток. Я взял кусачки. Кто-то вонзил кусачки в щиток. Отлично. Но кусачки нам пригодятся. Как ни странно, никто не восстал. Здесь также стало темно. И никто меня не встречает. Ну ладно. Так, стоп, не сюда. И кажется, я немного заблудился. Давайте воспользуемся картой. Не зря же Джеймс нам ее нарисовал. Так, нам нужно держаться правой стороны. Кстати, что здесь? Здесь у нас тупик. Странно тихо. Вот затишье закончилось. Опять попадаем в затопленные шахты, и здесь две лестницы. И одна из них, как ни странно, ведет в тупик. Хоть бы положили какую-нибудь пачку патронов для приличия. Так, а тем временем наш друг, похоже, воспрял духом. Здесь также кто-то ходит. Все эти помещения очень сильно похожи друг на друга. И что это вообще за место? Это место очень похоже на лабиринт. Так, я опять перепутал кнопку. Кстати, можно посмотреть, как выглядит нож Пирамид Хеда. Да, очень тяжело Джеймсу его таскать. И использовать его тоже проблема. Особенно в узких помещениях. Да, камера, как всегда, стоит так, чтобы ни черта не было видно. Вот абсолютно. Дальше метра. Я даже не могу понять, то ли спереди, то ли сзади.
Ну, вроде как мы продвигаемся, и это самое главное. Так. Джеймс нам немного подсказывает. Ты чё, ещё стоишь? Юлия под прошлым видео написала интересный комментарий, что ей кажется, что как будто бы все монстры в Silent Hill 2 женского пола. Вообще, так же, как и в первой части, все монстры Silent Hill 2 что-то символизируют. Конечно, если я сейчас буду все рассказывать, то, скорее всего, я много чего могу заспойлерить. Поэтому я, наверное, воздержусь от комментариев. Но вот эти вот монстры, которые называются Lion Figure, по-моему, на английском. Они должны символизировать агонию. Также практически все монстры в Silent Hill 2 имеют некий сексуальный подтекст. Здесь нет особых развилок, поэтому заблудиться здесь проблематично. Так. Единственное, что здесь... Оу! Вот нахрен. По-моему, оно того не стоит. Максимум, что там может лежать, это патроны. Но ради этих патронов бегать от Pyramid Head у меня нет никакого желания. Окровавленная газета. На полу лежит газета. Она покрыта какими-то пятнами, очень похожими на кровь, и часть слов нечитаема. Я постараюсь разобрать, что здесь написано. Итак, тело человека, позже опознанного как Томас Оро, Ороско. Вы узнаете позже, откуда я знаю его фамилию. Лесоруб, 39 лет, было найдено в его доме, посреди комнаты, лежащим лицом вниз. Предполагаемой причиной смерти стали многочисленные колото-режущие раны передней части шеи и левой части груди, нанесены предметом с острой режущей кромкой. Смерть наступила во время между 11 вечера и 12:30 ночи. Судя по наличию следов борьбы и отсутствию орудия убийства на месте преступления, полиция считает, что это было преднамеренным убийством, возбудила уголовное дело и начала расследование. Кроме того, учитывая тот факт, что деньги в комнате были не тронуты, а сам мистер Ороско ранее был замечен в склонности к алкоголизму и в проявлении агрессии, полиция подозревает, что мотивом преступления послужило не ограбление, а кто-то свел старые счеты с ним. Лабиринт коридоров. И кто же у нас мог убить Томаса Ороско? Я думаю, у вас уже наверняка есть предположение, кто мог это сделать. Коридор обклеенный газетами, повсюду валяются газеты. Очень странная комната.
Анджела. И очень отвратительный монстр. Так. Я думаю, нам понадобится ружье. А, дурацкая кровать. Что вам напоминает этот противник? Да блин, помещение как довольно маленькое. Он не дает мне даже возможности от него уворачиваться. Этот монстр напоминает кровать, на которой находятся два тела, покрытые одеялом. И что-то они там делают. Блин, Анджела, помоги мне. Кажется, эта кровать меня хочет изнасиловать. Может, просто уже стоять на прополу его, долбить с ружья и не бегать от него. Что-то мне не получается с ним совладать. Очень он быстрый. Отстань. Также, если присмотреться к этой кровати, то спереди как бы расположена голова, которая пытается кричать, но при этом не издает никаких звуков. Так, хватит жать аптечки, давайте мы можем сожрём патрей. Достаточно много у него жизни. Да, блин, ты еще не все. Блин, задолбал. Ну... Джеймс, какой же ты медленный с этим ружьем. Еще патроны кончились. Крестик появился. О-оу. Хм. Да я еще вовремя его откидываю. Если его вовремя не откидывать, то он может снять намного больше жизни. Ну вот. Кажется, он немножко замедлился. И теперь можно от него спокойно убежать. Анджела, твой выход. Are you okay? Angela, relax. Don't order me around! I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me. You make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. Liar!
I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never... Вот такая вот тяжелая судьба была у Анжелы. Но я думаю, вы сами уже обо всем догадались. Комната. Комната, в которой очень много отверстий, похоже на плоть, и в ней двигаются поршни. Что это может означать, опять же? И этот босс... У Анжелы он ассоциируется с отцом, который ее избивал и, скорее всего, изнасиловал. Именно поэтому этот босс так и выглядит. А, и Анжела вот этим вот самым ножом, похоже, и пришила своего папашу, Анжела Ароско. И здесь у нас очередной ребус. 6 повешенных за различные преступления. Этот человек был повешен за насилие. Правосудие и справедливость восторжествовали. Этот человек был повешен за похищение детей. Этот человек был повешен за убийство. За растрату общественных денег. За мошенничество. И за фальшивомонетчество. Так, здесь мы пока сделать ничего не можем. Нам просто нужно запомнить, где кто висел. Так, давайте поставим что-нибудь другое. Наш любимый пистолет. Так, здесь у нас дверь. Но ее пока нельзя открыть, так как ручку повернуть не получится. Сначала нужно снять наручники. У меня нет ключей от наручников. Поэтому зайдем в соседнюю дверь. И здесь у нас 6 виселиц. И загадка на стене. Я не хочу умирать, но завтра я пройду 13 ступеней. Пожалуйста, кто-нибудь, ответьте мне, почему я должен утром умереть? Этот заключенный человек рядом со мной верит мне, потому что они все сумасшедшие, вот почему, сказал он. Конечно, я понимаю, что его точка зрения ничего не изменит. Теперь ты понимаешь, почему я дерусь против них, пробормотал он. Человек, который был казнен вчера, тот самый, что сказал, что его работой было продавать мечты, говорил неправду. Но человек, которого должны казнить послезавтра за кражу детей, крикнул, что это правда. Человек, которого повесят сегодня, ответил, «Они все равно меня убьют, в любом случае», — сказал он. Он был пойман на растрате общественных денег, поэтому он даже не надеялся на милосердие. Человек, который всегда тихо улыбается, сам себе тихо сказал, «Я счастлив, ведь я скоро буду с ней». «Я не хочу умирать, я хочу вернуться домой, но я знаю, что этого не будет, хотя я ничего не сделал. Они верят, что это преступление – моя вина. Кто-нибудь, спасите меня, это не правосудие, они жаждут крови, а я их жертвенный агнец». Нам нужно догадаться, кто из них невиновен. На самом деле загадка простая. Нужно выбрать одного из 6 и потянуть за эту виселицу. И потом сбегать в то самое место, где висели 6 тел. И если мы правильно дернули, соответственно, там будет лежать ключ. В принципе, даже если вам тяжело догадаться, то можно просто дергать все 6 виселиц, пока не попадете в нужную.
А на разную сложность, соответственно, загадка разная, и ответ тоже разный, но догадаться здесь не очень сложно. Просто давайте пройдемся методом исключения. Что пишут? Первый заключенный говорит, что теперь ты понимаешь, почему я дерусь против них. То есть он дерется, значит, он применяет насилие. Соответственно, человек, который применял насилие, он виновен. Дальше у нас идет человек, который продавал мечты и говорил неправду. Дальше у нас идет человек, который крал детей. Следующий – растрата денег. И последний идет человек, который говорит, что он счастлив, потому что он скоро будет с ней. Соответственно, он является убийцей, потому что он убил человека. И сам понимает, что его скоро также убьют и что он скоро будет с ней. И кто у нас выпадает? Выпадает у нас фальшивомонетчик. Соответственно, дергаем за его петлю. Идем проверять. Ключ осужденного. Здесь лежит листок бумаги, что накрывал лицо трупа. Так, я промахнулся. Давайте почитаем, что вообще за ключ мы только что подобрали. Ключ, оставленный несправедливо казненным узником. Да, Джеймс, конечно же, сам не догадается его применить. Какой противный звук. Закрыто. В этот момент он вспомнил о Мэри. И все надежды опять разрушены. Комната 208. Мне больше нечего делать в этой комнате. Продолжает плутать по лабиринтам. Кладбище? Здесь? Что здесь делает кладбище? Патроны для дробовика. Имя на надгробной плите слишком затерто для того, чтобы его можно было прочитать. Кстати, это кладбище достаточно интересное.
Мириам К. Предательница. Мириам К. Мириам. Это имя нам еще встретится, по-моему, в четвертой части серии. Уолтер Салливан, тот самый маньяк, который убил двух детей. Здесь написано «Эпитафия». Этот преступник выпил свою последнюю бутылку Эля перед казнью и теперь лежит здесь в вечном покое. Патроны для дробовика. Место для сохранения. Катакомбы. Три надгробия. Эдди Домбровский. Да, это тот самый Эдди. Три вырытые могилы. Анжела Ароско. Вот откуда мы и узнаем ее фамилию. И третья могила. Джеймс Сандерланд. В этот раз Джеймс очень спокойно спустился. Что это, туман? Или это что-то другое? И коридор превращается в кровавое месиво. Eddie, what are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Eddie. Have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Джеймс, оторвать бы тебе твой длинный язык. Так, давайте посмотрим, сколько у нас ружья. Ружья осталось, к сожалению, очень мало. Придется, наверное, использовать дробовик. Первая часть боя с Эдди будет очень глупой. Можно сказать, что это будет дуэльная перестрелка в 2 квадратных метрах. Да, он был быстрее. Давайте выпьем ампулу сразу. Джеймс, давай, шевели. Нет даже смысла уворачиваться.
Да. Толстый жирок у нашего Эдди. Патроны для дробовика. Это похоже на какой-то мясокомбинат. Патроны для ружья. И сколько же он здесь народу перестрелял? Кругом трупы. Но, как обычно, все трупы выглядят в виде монстров. Ладно, придется поставить все-таки винтовку. Да, этот город, похоже, позвал нас не просто так. Это похоже на морозильную камеру. Кругом висят туши. Так, есть еще 18 патронов. Да, что-то наш Эдди совсем заглючил. Но при этом броневой, зараза. Я уж думал, что он этот жирный не собирается сдаваться. Знаете, как его взять? Эдди? Эдди? I killed a human being. A human being. Mary. Did you really die 3 years ago? Да, и тут у Джеймса в голове что-то начинает проясняться, похоже. Кстати,
Давайте посмотрим еще раз фотографию. Так, тут все хорошо. И прочитаем письмо. На листе ничего не написано. Очень странно. Здесь было письмо. Туши в штанах, это круто. Так, кажется, я пошел не в ту сторону. Давайте посмотрим карту. Да, мы столько блуждали и в конечном итоге продвинулись всего лишь метров на 20. Но зато мы попали на лодочную станцию. Осторожно. Корабельный док. Так, давайте еще немножко обследуем пристань. Возможно, здесь что-нибудь лежит полезное. Но похоже, что нет. Озеро Толука. И вдалеке виднеется огонек. Это наша путеводная звезда, маяк. Да, и только благодаря этому маяку мы сможем доплыть до отеля. Сначала нам нужно выбрать направление. Вот оно. И все, можно плыть. В ПК-версии на лодке плыть очень просто. В версии на PlayStation 2 там был целый челлендж. Нужно было грести каждым веслом своим стиком. Да, и в конце, даже когда проходишь игру, есть некая статистика, за какое время вы переплыли озеро Толука. Озеро, где происходят различные странные вещи, где пропал целый корабль, маленькая баронесса. Хотя для меня загадка, зачем на таком маленьком озере целый экскурсионный корабль? Хотя, учитывая, что там было всего 14 человек, этот корабль, возможно, был не такой уж и большой, но... Что самое интересное, что на аркадных автоматах, не помню в каком году, вышла игра. Именно только на аркадных автоматах. Это, знаете, которые там пистолеты пластиковые, и вы можете пострелять. И там рассказывается как раз история маленькой баронессы. Я об этом узнал сам не так давно. Но там есть реально полноценный сюжет, что, конечно, очень удивительно, учитывая, что это обычный, можно сказать, скроллинговый шутер.
Это место не изменилось за эти 3 года. И мы попадаем к отелю Lakeview, куда мы так давно пытаемся попасть. Давайте сначала обследуем двор. Здесь расположен фонтан, сейчас вода из него не течет. Каменные скамейки. Да, чем ближе к озеру, тем туман плотнее. Я нашел музыкальную шкатулку «Русалочка». Дальше пройти нельзя. Ну что ж, дорогие друзья, мы приближаемся к развязке, и следующая серия, возможно, даже станет последней. Ну а с вами был Голодный, всем до скорых встреч и пока-пока.